Сейчас ему 50, и он любимец миллионов. Востребованный актер, который стал звездой сериалов. Но вот свою семью он потерял. Родители отвернулись от него, а единственная любимая жена поддержала. Так сложилась непростая судьба Юрия Батурина. Он родился в Кировоградской области и окончил Днепропетровское театральное училище. Но решил, что пока не готов играть в местном театре роли третьих зайчиков. И отправился покорять столицу России. Окончив режиссерский факультет ГИТИСа у Марка Захарова, наш герой был уверен, что его возьмут в Ленком, но ошибся. Благодетель Марк Анатольевич отсутствовал, а администрация не была заинтересована в юном даровании. Это событие стало настоящим ударом судьбы, и Юрий Батурин решил оставить карьеру артиста. Он устроился работать официантом в ресторан Аллы Пугачевой, затем был дальнобойщиком, водителем-механиком и даже занимался эскортом. Только в возрасте 33 лет наш герой вернулся на сцену, во многом благодаря жене, а уже в 36 проснулся знаменитым. Его стали узнавать на улицах после выхода на экраны сериала «Знахарь», а сейчас Юрий Батурин снимается более чем в 10 проектах в год. Только вот личная жизнь нашего героя до недавнего времени была тихой и спокойной. Он женился в конце 90-х на модели, девушке по имени Ирина, но только спустя 16 лет на свет появился их единственный сын. Мальчика назвали Богданом, богом данным, ведь родился он в Рождество Христово. А сейчас сыну Юрия Батурина 10 лет. Но вот с прошлого года актер не общается со своей родней, которая осталась жить в Украине. Они считают его предателем, а Юра не хочет лишний раз провоцировать своих пожилых родителей. Актер признается, что готов принять родственников в любой момент и оказать им любую помощь. Но информационная война заставляет сейчас даже самых близких людей быть по разные стороны баррикад. Все же Юрий Батурин надеется помириться и обнять любимую мамочку младшего брата и отца, который всегда был ему примером. А как вы считаете, может быть, Юрию Батурину просто не стоит обсуждать политику с родней? Ведь не он один попал в эту сложную ситуацию.